Всем привет! Доброе время суток всем! Всем новым зрителям, кто к нам зашел на канал, подписался. В последнее время очень много было подписок на наш канал. Вот. Наш канал называется «Переезд на юг без денег». Так как мы на юг переехали без денег, можете посмотреть всю историю нашего переезда снизу под роликом. Жизнь идет у нас своим чередом. Ребенок ходит на площадку в школу, каждый день занимается там. Вот. Ну, я работаю. Галя тут под на огород выходит тут с утречка, да, с вечером так немножечко. Ну, короче, занимаемся потихонечку все. Так что смотрите, подписывайтесь. Сейчас я вам хочу показать, что у нас в данный момент происходит. Что еще есть на огороде. И прочее, прочее. Дом также все еще стоит пока на продаже. Ссылочка будет снизу в описании. Мы хотим переехать в другой район. Вот. Все это вы узнаете дальше. Пока рассказывать вам секретов никаких не хочу. Будет много очень потом, как переедем, только будут видеообзоры домов. Так что смотрите нас. Будет очень много домов на продажу выставляться. Ну, все по планам я вам рассказал. А сейчас поехали смотреть, как мы живем. Вот, Сегас, будет очень много винограду. Все в винограднике, как видите. Вообще. Очень-очень-очень много будет винограду. Видите. Все везде. Грозди, 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 грозди. Вот. Так что вот. Винограду будет очень много, Сегас. Везде. Окей. Наливается все. Потихонечку. Ну, пойдемте. Вон там еще, я смотрю, черешня. Вишни даже еще много. Еще не вся собрана. Очень много вишни насушили мы, насобирали. Здесь он еще. О, бурая такая, спелая, спелая вишня. Она тоже собрать будет. Всю вишенку. Как-то собраться. Ну, скоро абрикос поспеет. Уже где-то я ездил, уже желтый смотрю, поспел, падает уже. Ну, у нас еще зелененький абрикос. Тоже Сегас, много будет его. О, пойдем посмотрим. Вон чесночок, уже пора копать. Чеснок уже весь чеснок уже готов почти. Ну, еще пусть месяцок, наверное, посидит в земле. И потом будем мы его выкапывать. Вот. О, яблоки-то какие уже крупные, смотрите. Смотрите, уже какие яблочки крупные. Вот еще они маленькие. Они еще в два раза больше будут, эти яблоки все. В два раза больше будут яблоки. О, сколько яблонь. Сад вообще великолепный, просто заглядение. Здесь в этом саду есть все, и груши, и яблоки, все есть. Вот тут черешня желтая была, да? Съели уже, ага, все уже поели, да, пока я на работе был. Все ягодки черешни уже съели. Ни одной мне не оставили желтой попробовать. Ну ладно. Вот здесь картошка, мы уже ее копаем, она уже все уже. Там уже выкапываем всю картошку, начинаем копать, есть. Здесь уже вот такая кукуруза. Здесь салатик растет. Здесь вот перчики что-то не очень. Помидорчики уже. Такие, пора уже палки ставить, привязывать их. Нужно начинать цвести помидоры. Вот. Вот тут ряд морковки растет. Вот тут свекла. Так что с одной стороны свекла, с другой стороны что-то еще растет тут. Да? А вот это дыньки. Ой, дынь будет Сегас здесь. Просто если кто купит дом, я не знаю, что они будут с ними делать. Наверное, на рынке торговать. Дынь будет очень много. Вот она уже начинает цвет набирать. Где-то уже образуются дыньки маленькие.
Вот такое, это все дыни. Иди, сколько дынь будет. Вот. А вот здесь это арбузики. Вот это арбузы. Ой, травка растет. Вырвать надо. Вот это все арбузики. Арбузов тоже будет много. Где-то вот припоздали, не знаю, почему так поздно. Еще только всходят некоторые арбузы. Но почему так поздно они всходят, не знаю. Где-то взошли раньше, где-то поздно взошли. Не поймешь, наши арбузики, понимаете, вот они. Ну ничего, они все догонят до сентября месяца, еще все вырастет. Вот. Так что вот такой огородик у нас. Галя выходит тут утром немножечко, вечерком чуть-чуть. И как-то так вот, не напрягаясь, все оно делается. Здесь тыквы растут. Уже вот такие большие. Усы уже пускают. Вот. Тоже уже вот она посмотреть, да можно. Там цветет. Ну там все пока пустоцветы, пустоцветы. Ну, где-нибудь, когда-нибудь что-нибудь завяжется. А вон там уже есть и завязи. Вот. Здесь кабачок тоже сразу не зашел. Пришлось пересаживать. И вот подсадили еще кабачка, и по новой кабачок вот сходит уже. Ну, кабачок тут он дает почти два раза урожай в год. Его будет тоже много. Вот такой в основном огород. Не знаю, как вам понравилось, нет. Пишите комментарии, ставьте лайки. Вон там еще сейчас пойдем посмотрим, что там у нас, что творится здесь. Можно попробовать даже картошку копнуть с вами. Показать, какая картошка у нас уже. Давайте попробуем. Одной рукой копанем. Посмотрим, что вот тут у нас есть. Какая картошка есть у нас. Вот такая уже картошка выросла. Так что мы уже ее подкапываем, едим вовсю. Вот здесь вот так же потихонечку. Пока я был на работе, Галя тут навоз вытаскивает с сараев. Так что тут еще будет большая куча навоза вам останется. Можно будет раскидать по огороду, что-то удобрить. Вот. Полив у нас идет со скважины. Кто-то помнит, как мы ее делали, эту скважину? У нас там есть видео тоже снизу. Как мы ее делали, эту скважину. Сейчас было много слив, но их пообдувало ветром. Они попадали все. И сейчас слив у нас будет мало. Ну, хотя тоже есть тут немножко слив. Ну, что сделать? Не каждый год в том году ветки пришлось палками подпирать от тяжести. Почти по ведру было на каждом дереве слив. Ну так, капельный полив, как вы видите, все сделано. Ну, не знаю, что вам еще сказать, что вам еще показать. Ну вот так в основном нам нравится здесь на юге жить. Хорошо, тепло. Сейчас стоит примерно где-то под 30 градусов каждый день жары. Вон орех, посмотрите, ореха будет сеять тоже много. Вот. Видите, ореха сколько будет. Ореха много будет, много. Вот здесь у нас молодой сад из орехов. Вот эти привезли мы с Ейска саженцы. Алексей Владимирович нам давал. Мы садили сад. Ну, правда, у нас прижилось мало саженцев. Ну, что-то прижилось. Это все молодой орех. Здесь будет сад ореховый. Вот сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
8-9 деревьев осталось с тех всех деревьев. Так что вот так. Ну, что-то растет все-таки. Ой, тут-то все в орехах, посмотрите. Все в грецких орехах. Все говорят, вообще будет много всего. О, а тут это ёшта. Смородина местная, да? Ну да. Мне так она не нравится почему-то, не знаю. Не очень. Она вкусная такая. Ну, она со вкусом крыжовника. Это как бы смородина скрещена с крыжовником. Так вот. Вот здесь у нас веревка белевая. Белье сушится здесь. Вот здесь у нас еще есть другие сорта винограда. Три. Вот этот, точно не знаю какие, а вот этот я знаю. Вот этот я знаю, что за сорт, синие такие будут ягоды. Вот видите, тут две грозди висит. Но он еще молодой. В следующем году здесь уже будет много винограда. Это уже сортовые винограды пошли. Ну, в общем, я вам уже огород показал. Рассказал, что мы живем все как жили раньше. Ничего сильно, перемен никаких нет пока. Так что вот, продается два дома. Первый дом, второй дом. Второй дом — это жилой дом. Тоже как летняя кухня считается, но он жилой дом. Можно проживать в этом доме. Этот дом чисто для детей, когда летом приезжают к вам. Ну, сами разберетесь, кому чего надо будет. Так что подписывайтесь на наш канал. Покупайте наш дом, кому нужен. Вот. Ну, мы вас ждем, пишите комментарии, все. Всем пока-пока, до новых встреч!